Здравствуйте, моя любимая, дорогая компания. Благодарю вас от всей души. То, что вы для нас делаете во благо людей, во благо здоровья, это самое насущное, самое актуальное, что может быть в этой жизни. Главное – это здоровье. Хочу поделиться своим опытом. То, что я приобрела Fitline, для нас это огромное счастье. Случилась беда, но, как говорится, не было бы счастья, помогло несчастье. В период пандемии, когда мы все болели, ну и коснулось нас. Очень тяжело нам было, и родители, и вся моя семья, все мое окружение тяжело болели. В Лёшку нам врачи не помогли ни в чем, ну, потому что это новое, и кто во что гораздо был. В итоге нам попала эта продукция очень-очень вовремя. Я познакомилась с ней Татьяна Важейна, мой наставник, моя сестра Елена Хвостун. Огромная им благодарность. Все вовремя случилось. Вы знаете, такой рост был, очень большой подъем, очень быстрый, моментальный, с первых дней, первый, второй, третий. Я звонила Татьяне и говорила: Таня, неужели мы поправимся, неужели у нас будет все хорошо? И вы знаете, это чудо, это такой большой результат, что не давало ничто. Мы пропили 16 дней антибиотик, мы пропили кучу всяких там, и БАДы я подключала другие, и всякие, в общем, все, что можно было, но... На самом деле аптека отдыхает против продукции Fitline. Она действительно поднимает людей. И нам было так хорошо и здорово. Мы выздоровели очень быстро. За 10 дней у нас прошло воспаление легких. Процент был очень большой. У кого 25, у кого 75, у кого 30. Все выздоровели. Все хорошо стало по здоровью. Благодарность большая всем. Спасибо. И многое, что другое у нас поправилось.